Всем огромный привет! Я снова вернулась в Экспресс. Сегодня очередная поставка. Привезли много интересных и полезных товаров. Снимаю по адресу Екатеринбург, Уральская 59. Давайте смотреть. Глубокий салатник, объем 900 мл, 99 рублей. Изготовлен из керамики. Думала несколько расцветок, но нет, нашли только зеленой полосой. Кухонная ложка, длина 19 сантиметров. Маленькая. Мне понравилось качество. Я недавно взяла покрытый лаком. Сейчас у меня возникает вопрос, можно ли такими есть. Эти ложки мне больше понравились. Обязательно купим. Цена 24,70. Декоративный ящик, изготовлен из фанеры березы. 24 на 11, высота 11 сантиметров. Три деления. 199 рублей. Амина хочет купить для канцелярии, можно взять для косметики. На выбор два цвета. Выбирали сейчас для себя ящики, внимательно посмотрели и отметили, что все сделаны очень аккуратно, без заусенцев и выглядят крепкими. Корзинка называется «Ротанг», пластик полипропилен, не пищевой. Цена 199 рублей. У меня точно такая же, только я покупала в Метро и служит уже более 10 лет. Храню одежду. На выбор два цвета, есть еще темно-коричневый. Миска объемом 6 литров, мне понравилось качество, пластик не сгибается, прочный, цена 124 рубля. На выбор три цвета. Угловая корзинка 29 на 18 и высота почти 13 сантиметров, очень яркая, 55 рублей. Пластик не пищевой, Китай производит. Привезли 4 цвета. Складное ведро для рыбалки, объем 4 литра, сделано из пластика полипропилен и термопластичной резины. Ситечка для слива, ситечка снимается. Цена 149 рублей. Безусловно, удобно, сложил и много места не занимает. На выбор зеленый цвет и серенький. Детское пластиковое сиденье на унитаз, цена 99 рублей. На выбор два цвета. Зубная паста со стильным дизайном, бережное отбеливание. Инновационная зубная паста. Результат за 14 дней. 100 мл, 79 рублей. Сложно читать состав, все сливается. Сорбитол, увлажняющий, смягчающий компонент. Далее идет безопасный абразив, мягкий диоксид кремния. ПАФ лаурил. В конце списка парабены. Фтор есть. Чистящее средство для ванной комнаты Санфор. От известкового налета безопасно для акриловых и хромированных поверхностей. С распылителем. Сразу со скидкой. Объем 500 мл, 120 рублей. С карты, без карты 149. Чистин, антижир, гель для кухни. Удаляет жир, чистит без царапин. 500 граммов, 59 рублей. Коврик для посуды размер 40 на 30 сантиметров. Поролон тоненький, но мне очень понравилась расцветка. Летняя, позитивная. Цена на такой коврик 79 рублей. Три расцветки. Светодиодная лампа Kodak 11 Вт, 990 люминов. Прослужит 40 тысяч часов, нейтральный белый свет. Цоколь Е27, 99 рублей. Звонок дверной беспроводной, 36 мелодий звонка. Световой сигнал, дистанция до 50 метров, батарейка в комплекте. У нас такой звонок есть, работает отлично, уже много лет. Цена 299 рублей. Батарейка только одна в комплекте, еще необходимы две типа АА, но они в комплект не входят. Двухсторонняя клейка лента, две штучки, тоже идет в наборе. Велосипедный аккумуляторный фонарь с кабелем. Кабель 24 сантиметра. Максимальное время работы до 4 часов. Белый свет, 3 режима свечения. Цена 149 рублей. Срок службы светодиодов 10 тысяч часов и время зарядки батареи до 2 часов. Подставка для моющих средств. Я думаю, можно положить губку и средство для мытья посуды. Цена 55 рублей. Классные губки для мытья посуды, две штучки, размер 7 на 10 сантиметров. Абразивный материал Сизаль. Губки понравились. 49,50.
Не одинаковые, просто перевернутые. В этот магазин давно не привозили трусы женские. Размер 48, максимальный 56. 92% хлопок. Производитель Россия. Несколько вариантов. Полностью белые, синие в горох, красные и черные. Строчкам нет претензий. Все прошито и ниточки не торчат. Носки мужские, производитель Россия. Три пары в наборе: черный, белый и серенький цвет. Размеры 25-27 и 27-29. Цена за набор 149 рублей. Неплохие носочки. 82% хлопок. Детские носочки Омса, размер 27-30 и 31-34. 75% хлопок. Цена 59 рублей. Рисунок с индейцами и волками. Пластиковые вешалки в наборе 3 штучки. Цена 79 рублей. Они тоненькие, поэтому подходят только для легких вещей. Не для верхней одежды. На выбор несколько цветов. Это не все. Привезли еще вешалки для брюк, для юбок. 2 штучки в наборе. Цена 79 рублей. Покрытие антискользящее и с блестками. Продажи серый, белый и черный цвет. Легкая нежная повязка для волос, 100% полиэстер, цена 59 рублей. Хорошо тянется. Цвета очень приятные, светленькие. Есть черные. Набор наклеечек для ногтей, с одной стороны цветные, другие серебристые, с золотистым декором, цена 55 рублей. Мы нашли 4 варианта. Снова привезли трафареты для макияжа глаз. Цена 55 рублей. Игра сувенир кубик, сделан из фанеры березы, цена 49,50. Кубик ответов, кубик офисного работника, тостов, анекдотов. Крупные прописи для малышей, цена 59 рублей. Буквы прописные. Листы плотные. Также есть буквы печатные, крючки, петельки, палочки и цифры. Хочу отметить, что книг очень мало. Раскупили за 3 дня. У меня не было в фикс-прайсе 3 дня и очень мало осталось. В том числе детских. Точно не знаю, но на днях схожу в Чижик. По-моему, хрестоматия для внеклассного чтения. Стоит в Чижике 149 рублей, а в фикс-прайсе 199. Фигурная точилка Юла. Можно и играть, покрутить, и точить. Цена 49,50. Несколько расцветок. Детские лейкопластыри. 20 штучек в наборе. Они все с рисунками. Я так поняла, рисунки разные. Цена с картой 59 рублей, без карты 79. Действительно, с разными рисунками. Лабиринт и отличие. Марка Яшкина, крекер с сыром. 135 граммов, цена 29,50. Это покупки Амины, ложечка деревянная и ящик. Для чего купила? Для канцелярии. Канцелярию поставить. Сейчас я перейду к обзору посылки из интернет-магазина «Василек». Ссылочки на соцсети магазина, на сам магазин, а также на вещи, которые буду показывать, оставлю в инфобоксе. Летнее одеяло, производитель Левшвей Стандарт, верблюжья шерсть. Одеяло тоненькое летнее, размер выбрала 172 на 205 сантиметров, цена 3000 рублей. Ткань чехла 100% хлопок, синтетика не беру, потому что электризуется и жарко. Наполнитель натуральная шерсть верблюда и полиэфир. Линейки бывают летние, всесезонные и зимние. Светленькая, почти однотонная, но есть логотипы. Большой с верблюдом и поменьше. По всему периметру окантовочка, очень хорошо сшита, невероятно приятная на ощупь, немного скользит в руке и набита равномерно. Этот вариант, наверное, для меня самый сейчас будет идеальный. Не жарко, действительно, по таким одеялам тело не потеет. Верхняя ткань плотная, хорошего качества. И отмечу, что слегка похрустывает. Сейчас расправляла, есть хруст, но вы знаете, когда надеваете постельное белье, он исчезает. Я думаю, неоспоримое достоинство одеяло из верблюжьей шерсти, то, что оно очень мягкое и нежное. Женская пижама серия Византия. Мне именно эта серия больше всего нравится.
с карманом. Рукава небольшие, они с окантовкой. И на воротнике тоже окантовка. На пуговицах. 100% хлопок. Это шортики. Шортики свободные. Большой плюс, не перекручивается резинка. Все прошито. Цена за комплект 960 рублей. Женская футболка Ника, 42 размер. Сидит свободно. Достаточно длинная горловина. Не заужена. И рукава средней длины. Состав 100% хлопок. Цена со скидкой 350 рублей. Женский топ называется Камила, в составе 95% хлопок. Цена 200 рублей. В прошлом обзоре показывала другого цвета, серенький. Этот топ мне прекрасно подошел. Размер, как сидит, очень комфортно носить. Резиночка тоненькая, не перекручивается. Много раз стирала, сохранил форму, то есть не сел. Однотонное полотенце, на сайте было указано, что это новинка, размер 50 на 85 сантиметров. Хлопковое. Вот такой декор. Амина выбрала, ей нравятся все полотенца с бахромой. Последнее время предпочитает именно такие. Цена 380 рублей, и у этого полотенца плотность 480 граммов. Ворс невысокий, но густой. Женские капроновые носки называются «Ангел». Размер 37-41, вы сейчас удивитесь, но эти носки я взяла для Амины. Если не растягивать, вполне подходят на маленькую ножку. Носочки телесного цвета, не самые тонкие, и они гладкие. Цена за 10 штук 140 рублей. Женские следки буду носить с кроссовками, размер 37-41. Продавались по 6 пар, цена 220 рублей. Ткань здесь намного плотнее, чем у предыдущих. Набор из 5 пар, цена 350 рублей. Чаще всего я такие носки ношу дома, совершенно их не замечая на ноге. Мне действительно удобно. Мужские носки продавались набором по 6 штучек, цена 470 рублей. Носочки 80% хлопок. Полиамид и лайкра, смотрите, какая резиночка высокая. И здесь вот такой декор. Очень хорошо тянутся, они рассчитаны на размер 41 и максимальный 47. На этом видео завершаю. Надеюсь, информация была полезной. Ссылочки на все вещи оставлю в инфобоксе. До встречи!